Здравствуйте, мы рады приветствовать вас на канале Пилот Пикси. Сегодня мы решили сделать полет из аэропорта города Эдинбург в аэропорт города Эдинбург на прекрасном реактивном самолете Viper Jet LXR. Самолет к полету готов. Теперь настроим плагины нашего симулятора, как обычно мы это делаем. Сейчас полетный план загрузим. Я его составил заранее. Это будет как ознакомительное путешествие. Так, это явно не то. Вот. Это правильный наш. То есть мы вылетим из Эдинбурга, пролетим над горной частью Шотландии на север и вернемся опять в Эдинбург. Загружаем в навигатор. Устраиваемся поудобнее. Обзорность самолета великолепная. Полетим на высоте порядка 10 тысяч футов. Скорость набора высоты 5000 футов. Закрылки во взлетное состояние. Ну что ж, вперед. Ветерок нас как сносит. Убираем шасси. Убираем закрылки. Включаем автопилот. И можно включать навигацию. Что-то как-то наш автопилот не совсем туда нас ведет, если честно. Так. Выключаем взлетные огни. Но я не ощущаю ни набора высоты.
Пикси, не мешай. Теперь решил все-таки на курс нас вывести. Набор высоты идет, но не такой, как я ожидал. До конца еще не разобрался, честно говоря, с автопилотом на этом самолете. Впереди небольшая облачность. Подвисание картинки. Легли на курс. Красавец выглядит в воздухе со стороны. Так выглядит вид с места инструктора. Здесь сидит Пикси.
Вернемся на место пилота. Странно, вроде смотрел по карте облачности. Облачности практически нет в этом регионе. Вот достигли высоты в 10 тысяч футов. Конечно, облака портят нам всю картину. Пикси, не балуйся. Наша воздушная скорость 324 узла, фактическая скорость истинная 400 узлов. 400 узлов, сейчас я вам скажу, сколько это километров в час.740 километров в час, фактическая наша скорость истинная. Ух ты, а впереди у нас явно неудача. Отсутствует фотоподложка. Но она здесь отсутствует не потому, что я ее не скачал, а это вот в таком виде, когда отсутствует фотография в данном разрешении, в котором я скачиваю. В базе данных. Такие высокие, но мягкие горные склоны, низколистые. Ущелье какое-то.
Да, иногда такое случается. Редко, но бывает. Отсутствие фотографии. Температуры. Обогрев трубок бито. Индикацию. Ну, кусочек фотографии попал все-таки. Чувствуется ветер, болтает самолетик наш. Да, большой участок без фотографий у нас остался.
справа от нас, слева от нас город Инверненс. Выполняем поворот, ложимся на новый курс. Здесь впереди, как видите, низменность опять у нас. Холмы есть, но они небольшие.
Это вот мы пролетели город Дарнок, небольшой. Впереди уже видны северные острова, которые также принадлежат Шотландии. Потихонечку добираемся к ее северной континентальной части. Это вот у нас впереди городок Уик. Вообще, конечно, местность довольно-таки пустынная. Начнем выполнять разворот уже. Поля возделаны.
Да, в хозяйстве бы такой самолетик пригодился. Посидим чуть-чуть на месте инструктора. Интересно, скала напоминает лицо. Ну вот, видимо, развернулись против ветра, и сразу истинная наша скорость стала 360 узлов. Опять под нами гористая местность.
здесь горы более отвесные. Это прямо, насколько я понимаю, Ирландию видно. Хотя я и могу ошибаться, но думаю, что это Ирландия все-таки. Подвисает очень часто. Наверное, потому что запись еще идет сейчас. Здесь горы именно скалистые, обрывистые. Множество озер, но почти нет лесов.
суровый, но по-своему очень красивый край.
небольшие угодья такие в устьях рек. Ветер боковой как раскачивает. Впереди заснеженные вершины. Посмотрите на карту, подлетаем к разлому, практически отделяет от Великобритании вот этот остров.
Ну вот и подходит к концу наше небольшое путешествие над горной частью Шотландии. Можно будет уже в скором времени активировать наш посадочный. Ну что, будем выполнять снижение. Будем заходить на посадку в ручном режиме. Надеюсь, у нас это получится. Посадочные огни.
Начинаем спуск к аэропорту. Выпускаем шасси. Так, воздушный тормоз. Пускаем закрылки в посадочное положение. Сообщает, что высота 100 футов. Вот мы произвели посадку в аэропорту Эдинбурга. Ой, как меня сильно болтает по взлетной полосе.
Да что ж такое? Ух, аж развернуло. Да, такого у меня еще не было. Что такое у нас? Колесо поломалось. Вот в чем у нас была проблема. Почему он нас так болтало по дороге? Колес спустил. Ну ладно, поедем мы его ремонтировать на автосервис. Шиномонтажка. Если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. А сейчас мы с вами прощаемся. Всего вам доброго.